Утром 22 сентября взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму. Их слышали в Феодосии и Севастополе. Как сообщает телеграм-канал «Крымский ветер», в Севастопольской бухте оккупанты использовали дымовую завесу. Движение перекрыли на Керченском мосту. Кроме того, по данным паблика, еще два взрыва были слышны в Нижнегорском районе. В Министерстве обороны РФ традиционно заявили, что российское ПВО якобы уничтожило украинскую ракету и два дрона. Тем временем в сети опубликовали спутниковые снимки НАСА, которые показывают, что в Крыму два пожара. Один у аэродрома «Гвардейская», другой у стройкомбината в Бахчисарайском районе.